Описание проекта использовали как основной движок от Unreal Engine 4. Я выбрал его, потому что он достаточно прост для каких-то обычных проектов. И в нем графика очень интересная. Для создания текстуры использовали Photoshop. Модели я делал. Такие как персонажи, они очень сложные. Они делались в ZBrush, потому что там используются скульптинги. А в Blender модели такие обычные, низкополигональные. А изначально я планировал проект как... В общем, я задумывал его как я стою на месте, и разрушаю вокруг себя объекты. Но это оказалось не очень удобно, потому что в очках крутиться больше, чем на 180 градусов, это неудобно. И геймплей получился бы одноразовый. То есть человек, прошедший один раз такой уровень, больше бы не стал играть. А дальше у меня пришла мысль сделать что-то вроде Tower Defense, защита башни. В общем, мне нравится такой жанр. Я даже создал какой-то уровень коридорный. Но столкнулся опять же с проблемами, геймплей ненадолго затягивал. Вот. Последняя идея ко мне пришла в Runner. Я выбрал стилистику низкополигональную, потому что, во-первых, это хорошо для оптимизации, во-вторых, текстуры несложно делать. Здесь показана кнопка Start. Я бы хотел сделать какой-то ламповый такой уровень. Изначально планировал сделать темным, но возникли проблемы с тенями. То есть, пробежав дальше, там, они вообще не отображались, и уровень был очень темным, не было ничего видно. Справа у меня расположена статистика и настройки. Если нажать на настройки, вот, появляется панелька с красной точкой посередине, и мы можем выбирать, например, настройки, поменять цвет у главного персонажа, назад, включить, выключить музыку, выход. Правда, не работает переключение первого, третьего лица, я сейчас протестировал, это связано с камерой, я не знаю. Вот это сам Runner. Главный персонаж Баша. Ну, да. Просто это возникло. В общем, видео на YouTube смешно посмотрел, решил делать. Как генерацию уровня я сделал, получается, у меня есть заготовленные два квадрата, в которых стоит условие, генерируются рандомные либо монеты, либо препятствия. И получается, при прохождении тайлера вот такого, он сзади удаляется и спереди появляется новый. И так, как всегда, спереди 7 штук. То, что видно. Да, вот. Они генерируются рандомно. Они разные. Вот я вот хотел твой путь. Он генерируется динамически или вот и прописанный динамически? Да, то есть прямо сразу. Во сколько дальше я сейчас вижу этих примерно кусков твоих? 7? 7, да? Да. Получается, вы пробегаете еще один, там стоит бокс collision, когда вы забегаете в него, за ним удаляется блок, и респаунится много сферей. И сколько элементов на каждом тайлере кусков? Сколько элементов, которые с монеткой, когда они создаются? Монетки создаются рандомно, до 5 штук примерно. А препятствия у меня, получается, есть 3 точки на тайлере. Слева, справа и посередине, да. И они рандомно генерируются. Тайлер у меня всего 4. Я не стал делать больше. У меня было мало времени.
принципе, все, я готов попробовать. Да, нет, там стало углов, на который